Здравствуйте, меня зовут Коновалов Александр, и у меня довольно много проектов. Мой самый любимый проект — это «Перевал Дятлова», а один из последних проектов — это «Шифр 3». Но так как мне нужно было поступать, я какое-то время не снимался. Также я довольно много занимался фехтованием, несколько лет это на рапирах, спортивное фехтование, и потом я занимался на мечах. Также я сейчас занимаюсь режиссурой, снимаю свои фильмы и реализую какие-то собственные творческие проекты.